В Одинцовском округе ведется активная информационная кампания по программе «Социальная газификация». Наиболее эффективной формой работы с гражданами стали встречи или сходы. На очередной такой сход был приглашен актив деревни Супонева. К ноябрю этого года здесь будет дегазифицировано 105 домовладений. В настоящее время в рамках социальной газификации работы ведутся в Жаворонках и Зайцево.